Всем привет, с вами Света Голикова, и сегодня я снимаю довольно-таки смешное, познавательное видео. В этом видео я буду мыть свою голову 100 раз. Надеюсь, меня не убьет мама за это видео, прости меня, пожалуйста. Не обращайте внимания на то, что я такая сейчас опухшая, либо глаза красные и так далее, просто сейчас утро, я недавно только встала, и да. Буду сейчас мучить свои волосы, и потом посмотрим, что с ними произошло. Поэтому... Если вам интересно, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также есть ссылочки в описании на мои все социальные сети. В Инстаграме у меня много интересных фотографий, поэтому приходи по ссылочке в описании на мой Инстаграм и подписывайся. А мы можем начинать. Сейчас я уже нахожусь в своей душевой кабине. Сейчас я буду мыть свою голову, естественно, в одежде. А иначе меня просто заблокируют на YouTube и удалят мой канал. Сейчас я уже помыла волосы, привела себя чуть-чуть в порядок, чтобы вы не испугались моего вида. Сейчас я буду сушить свои волосы, надеюсь, я не полысею. Так выглядят мои волосы после 100 раз помытия головы. Они на ощупь очень мягкие и очень пушистые. У меня никогда не было таких пушистых волос, поэтому не знаю, это плохо или хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также на мои все соцсети, ссылочки будут в описании. Также пишите комментарии. И с вами была Света Голикова. Всем удачи, всем пока-пока.